Да, сейчас важный момент, как бы, давай. С добрым утром, ребята! Ребята, ну, короче, привет, это снова Лисавлог. Надо запечатлеть, мне кажется, сегодняшнюю поездку, потому что мы едем в Париж. Я ленился несколько дней и вообще забил болт. И не доставал совсем Демьюрича. Дим Юрьевич был тихий, хорошо, а вам было плохо. Смотрите, это все из-за него, ребят. Это из-за него. Агриппинка, как дела у тебя? Хорошо. Да? Как спалось? Спалось. Вот, идет упаковка, надо всегда проверить, упаковали ли твой чемодан и не оставили ли его в каком-нибудь клубе. Спортивный тетрис. Смотрите, короче, что Дима здесь, блядь, устроил. Ребята, здесь на самом деле внизу чемоданы, а вверху гамак. Что? Что? Саша Леховна, как спалось? Отлично. Отлично. Покидаем Ля Рошель, пупсики. Красиво тут, хороший южный городочек, кстати. Мы вчера так по нему проехались с Легонца. Кстати, здесь находится Форт Боярд. Го, как тебе гамачиться? Ну, тесновато. Тесновато? Ноги не вытянуть нормально. Приходится упарываться травкой до полной бессознательности, чтобы хоть как-то вообще перемещаться в пространстве. Сколько нам осталось, месье? Ну, километров 300-400. То есть, как и было. Дорогие друзья, мы приближаемся к Парижу. Водитель не пьет. Водитель не пьет. Снимаешь? Чё? Откуда чувак? Это из Глазгоу. Сейчас зашлю тебя заценить. Ребят, мы в Париже. Мы немножечко припозднились, ребят, пока ехали. Мэтью, салют, мой френд. Сава бьем. Сава. Привет. Привет. Привет, Мави. Привет. Какой Wi-Fi? А чё? Соня. Чё, ребят, это клуб называется Глазарт. Сегодня мы играем здесь, на песочке. У нас почти пляж. Ребят, это наша сцена. Это наш барыга. Что еще сказать? Где Мэтью? Мэтью вон, сзади тебя. Мы проехали, меня навигатор повел через весь центр. А, да. Сейчас, мы ехали час. Вот, ну, такое вот. Говно. Вот. Сколько у нас времени на самом деле? Во сколько двери? Через час. Доб дюдить? Нет, пока не сделали. Они... Но у них нет чека. 15 минут, да, лайчек. Окей. Ну, ребят, у Доб Диоди всего 15 минут, санчек, поэтому мы еще можем успеть. А что вы хотите? Доб Диоди сгореть. Ага. Дай секунду, Гоп. Эй, мэн. А это, кстати, диджей Доб Диодишный. Оп. Ребят, сейчас происходит саундчек на две команды. Пытаются поделить сцену, но как бы, ребят. Two bands soundcheck. It's great. War. Дима.
Мне микрофон ебется, сейчас я еще... We can be very quick and let you guys do your thing. We just need a quick mic check on one side. Ну, короче, как-то так, ребят, справляемся. Вот Ильич пока песочек это разгребает, как бы готовит площадку под... для стейдж-дайвинга, как бы. Мне кажется, что я единственный человек, который отчекался сейчас. Причем по-тихому как-то. По-тихому, по-громкому. Поорал в микрофон. Ты уже показал, какая у нас пляжная вечеринка? У нас вообще это beach party. Только вот это здание выдает. Какое? Вот это? Вот это вот. Ну, в общем, да. А как можно подумать, что мы на берегу где-нибудь? На Атлантическом океане? Да. Зато если я сегодня буду прыгать в зал, то я упаду на песочек, да. В мягкое. Да. It's a perfect place for stage diving. Even if you miss, it doesn't matter. Yeah. Spits, fights, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Yeah, I blast off, yeah, we like a rocket. And yo, yes, your best believe this shit ain't a fact to me. In fact. Right here. Привет. Сегодня будет хороший концерт, скажи. Не знаю, посмотрим. То есть ты не уверен еще пока? Ты боишься? Тебя еще? Я боюсь? Да, что это будет хороший концерт или нет. А, я очень боюсь. Я очень хочу его испортить и боюсь, что он будет хорошим. Вот, но я еще выпью немножечко алкоголь. Да, и буду немножечко саканьер. Да, и буду говно. И будет говно, как ты любишь. Да, да, what you like, да? Окей, хорошо. Мэтью, это ты придумал, чтобы мы играли с Dope D.O.D.? Да, были, как сказать, две предложения на одинаковое время. Да. Я говорил с Dope D.O.D., чтобы играть один. И был другой промоутер, который предлагал за Dope D.O.D. Тогда ты говорил, окей, давай делись. Хороший выбор. Good choice. Мне нравится группа Dope D.O.D. Тебе нравится? Конечно. Да я знаю тебе это. Антипа, хулиган. Тебе все вот это нравится. Окей. Ребят, я буду краситься. Пора. Мы ждем, пока Dope D.O.D. закончит свой сет. А ребята вот настраиваются прям на хорошее выступление. Они чувствуете, как флюиды передаются. Прям флюиды позитивнейшие. Вот это вам тоже флюид позитивнейший. У тебя там что? Виски? Сок. Или водка? Сок. Фу, говно какое. Ну чё, как тут дела? Нормальненько, жду вот. What's happening? Я тоже жду what's happening. One more song. Do y'all want to hear one more song in this motherfucker? Make some noise! We got the show under control. Yeah, yeah. Ребята, теперь пора и нам зажечь этот танцпол. Но мне нужно
сходить за водкой. Самый ответственный момент, надо стереть грим и снова стать человеком, ребята. Подписывайтесь на мой канал и поставьте вот сейчас прямо лайк. Мне сказали, это важно.